выезжаете из Бодрума Мармарис. Ехать из Бодрума до Мармариса 110 километров, примерно 2 часа. Ну, представьте расстояние, как вот Алани до Анталии. И по дороге начался дождь. Ну, это, наверное, первый дождь в этом году, который мы застали, потому что все-таки на дворе уже осень и начинаются осенние дожди. Вот такая вот интересная погода. В Бодруме жара, здесь дождь, в Мармарисе дождя тоже нет. Поэтому едем с вами в Мармарис, а вы не забывайте подписываться на наш канал. На нашем канале всегда много всего интересного, то, чего вы не увидите ни у кого другого. Обязательно подписывайтесь, заходите в ссылки, на ссылки в описании. Там есть ссылки по бронированию билетов, отелей, туров в Турцию со скидками. Сайт нашей компании. Заходите, пишите, звоните, комментируйте. В общем, будем всем рады. Ну, а мы продолжаем наш путь в солнечный Мармарис. Приехали, заселились в наш отель, отдохнули и сейчас идем гулять по вечернему Мармарису. Наш номер я покажу вам чуть позже, точнее уже, ну, для нас это будет завтра, вместе с завтраком, а сейчас идем гулять с вами по вечернему Мармарису. И мы сейчас находимся прямо в самом центре Мармариса, наш отель тоже в центре. В общем, друзья, первое впечатление, ну, неплохо так, все ухожено. Посмотрим с вами, как выглядит Мармарис вечером, ну и, конечно же, днем. А в следующем видео мы объедем все самые знаменитые места и пляжи, поэтому подписывайтесь. Вот такая вот здесь широкая, классная набережная, идет прямо от нашего отеля, и вот здесь расположен городской пляж. В темноте, конечно, не очень хорошо видно, как вы видите, стоят прогулочные яхты. И сейчас мы идем как раз в ту сторону, где расположена крепость Мармариса, большой рынок крытый, в общем, все самые главные ночные достопримечательности. Все ночное волшебство начинается здесь. Здесь, кстати, помимо того, что стоят прогулочные яхты, расположено большое количество ресторанов, кафе, баров и так далее. Также Мармарис знаменит своим медом. И видите, здесь даже написано, что является городом, мировым городом по производству меда. И вот она, набережная с прогулочными яхтами, как и везде в приморских городах в Турции. Вот такая вот здесь небольшая набережная, но достаточно ухоженная, красивая, зеленая. Добрый вечер. Вот такие вот здесь яхты. На самом деле небольшие яхты. Ну, есть разные, большие, маленькие. Сейчас мы уже на набережной. Здесь в Мармарисе есть очень красивый старый город и небольшая крепость. И, ну, конечно же, торговые ряды, как и везде. Можно, например, прокатиться на яхтах, куда можно доехать. Можно
на остров, на Райский остров, голландский пляж. В общем, много вот таких вот разных интересных мест, куда мы тоже отправимся, но уже завтра. И если пройти на боковую улочку, то можно увидеть крепость. Вот она, крепость Мармариса. И на боковых улочках расположены как раз вот эти вот старые дома. Вот такие вот красивые старые домики. И, конечно же, мы сюда придем еще и днем, но очень хочется посмотреть на крепость и вечером. Посмотрите, какая красота, такое таинственное место. Просто супер. Вот они, старые домики Мармариса. И люди, видите, здесь живут. Здесь есть и бутик-отели, и частные дома, кафе, рестораны. И можно подняться на самый верх. Вот такие вот здесь узенькие улочки. Посмотрите, какой вход в дом, интересный, дверь. Ой, красота невероятная. И там уже тоже вход. А нет, ниже идет улочка. Кот, привет. Ниже идет улочка. И тоже вход в частный дом. Ну и дальше эта улочка уже продолжается на набережную. Красота невероятная. Очень красиво. Так, кот тут кушает, не будем его тревожить. Вот он. Кстати, один из самых красивых домов, которые я видела до настоящего момента. Вот такие вот улочки здесь. В следующем видео вы обязательно увидите, как это место выглядит днем. Ой, красота невероятно. Потрясающе, просто потрясающе. Даже не хочется, друзья, ничего говорить. Посмотрите. Здорово, очень здорово. Очень таинственный город. И маленькие-маленькие улочки. Очень красиво. Как и обещала, друзья, покажу вам нашу гостиницу. Отель Кетенджи. Такой достаточно приличный, чистый городской отель. Проживание в этом отеле по букингу и по нашим скидкам стоит 400 лир на двоих за две ночи. И видите, когда они убирают комнаты, их пломбируют. И когда вы заходите, вы видите, что ваша комната убрано. Вставляем карту и проведу вам небольшую экскурсию. Как я уже сказала, проживание две ночи на двоих стоит 400 лир. То есть по нашим всем скидкам и бонусам получилось 100 лир ночь на человека с завтраком. Ванна небольшая. Здесь есть, ну, все необходимое, но мы всегда туалетные принадлежности все возим с собой. Небольшой душ, туалет, все было опломбировано, есть фен, но я все принадлежности всегда вожу с собой. И фен, и маленький утюг, и для волос расческу. Что еще, какие еще секреты мы возим с собой, друзья? Как вы видите, комната небольшая, ничего здесь особенного нет, но чистенько, уютно, комфортно. Есть чайник, стаканы, кружки
И всегда с собой мы возим удлинитель, потому что у меня зарядка для телефона, для камеры и для компьютера. Я всегда с собой вожу компьютер. Это первый секрет. И второй секрет, когда мы ездим по Турции, мы всегда с собой берем наш модем от Turkcell. Поэтому ни в каких отелях, городах, где бы то ни было, проблем с интернетом у нас нет. Здесь есть, ну, что получилось? Столик, стул и есть шкаф. Здесь есть сейф, вешалки и холодильник. Здесь нет ничего в баре, можно покупать самому и класть в холодильник. В общем, вот такая вот комнатка, очень приличный, хороший отель с завтраком. Кто смотрит телевизор в отеле? Телевизор, мы телевизор не смотрим. Поэтому чуть позже покажу вам завтрак. Ну а сейчас мы будем отдыхать. Кто ложится спать, отдыхает, всем тоже спокойной ночи. Встретимся с вами для нас уже следующим утром, а для вас через несколько секунд на завтраке. Друзья, мы проснулись и идем на завтрак. Сейчас покажу лобби нашего отеля. Кстати, здесь очень много вот таких вот красивых деталей. И лобби нашего отеля выглядит вот таким вот образом. Здесь есть бар. Можно на ресепшене посидеть, отдохнуть. Это самый обычный городской отель. Есть вот такая вот небольшая терраса. И, несмотря на то, что отель находится на берегу моря, прям на самом берегу моря, здесь также есть бассейн. Покажу вам бассейн. Бассейн небольшой, но выглядит очень красиво. Ресторан. И вот такой вот здесь бассейн. Совсем небольшой, но можно купаться. Но мы все-таки поедем на море. Что касается завтрака. Все стандартно. Кофе, яйца, чай, сыр, огурцы, помидоры. Вот такой вот черный хлеб, оливки, мед, масло. В общем, все как обычно. Покажу вам. Здесь тоже есть большое количество разных варений, джемов. Вареные яйца, всякие разные мюсли, орехи, хлопья и разные сыры. В общем, вот такой вот у нас завтрак. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Приятного аппетита. Наш отель расположен в самом центре Мармариса. И здесь оживленная дорога. Много магазинов, и если идти по этой дороге, можно дойти до самой крепости. А если повернуть в эту сторону, посмотрите, что мы видим. Мы видим море. И сейчас мы идем с вами на пляж. Чуть ранее в этом видео мы проходили здесь вечером. Вы видели много ресторанов, кафе-баров, много народу. А сейчас посмотрим, как здесь выглядит городской пляж. Здесь также расположено большое количество отелей. И у отелей свои пляжи. Есть разные пляжные бары, джетски. И вот так вот выглядит здесь пляж. Можно отдыхать и лежать у самой-самой кромки моря. Можно сидеть, можно лежать. Вот такая вот здесь интересная схема. Видите, стоят и стулья, и лежаки. Здорово. Мне нравится, когда лежаки стоят у самого края моря.
Вечером здесь было очень-очень много народу. Все сидели на пляже, отдыхали, загорали. А сейчас, точнее, не загорали, какой вечером загар, друзья. Отдыхали, слушали живую музыку. Здесь было очень оживленно. А сейчас кто хочет купается, кто хочет просто на лежаках. Здесь все рядом. И бары, и рестораны, и лежаки, и отели. И есть вот такой вот пирс. Сейчас я туда пройду до самого конца и покажу вам побережье. Вот так вот выглядит набережная. Покажу вам еще раз. И здесь, скорее всего, муниципальный пляж, куда могут приходить все желающие. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было интересно и полезно. В Мармарисе мы первый день, нам уже очень нравится. Сейчас поедем исследовать все самые известные пляжи и красоты. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Обязательно приезжайте в Турцию. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.